Сэм, что это? Это Новый год, мистер Фродо. Нифига себе, получается, твоя кошка может победить Саурона? Это я смотрю, как все в комментах обсирают игру, которая мне нравится, но не хочу это афишировать, дабы не выделяться. Ну-ну. Системный блок, когда видит, как ты моешь стол и протираешь периферию. Ну да, пошел я нафиг. Плохие отношения. Хватит играть в свои игры. Хорошо, я выключаю. Идеальные отношения. Давай будем играть вместе. Да. А потом, ты куда, рачина, какого мид не контролишь, где инфа, удали игру. 2К часов наиграл, а раскидки не знаешь. Я в любом шутере после того, как сделал один выстрел. Перезарядка. Как получать удовольствие от игр? Отключи чат, не играй в ранкет. Чего, блин? Есть еще вариант не играть в онлайн игры. Кушаешь на кухне. Кушаешь в комнате у компа. Настоящий эстет. Когда миссию нужно пройти по стелсу. Я. Я сначала пробую по стелсу, и потом, когда первый же раз палюсь, сразу начинаю гасить всех подряд. Я в детстве. У меня появился диск с новой игрой, теперь у меня будет что проходить все следующие полгода. Я сейчас. У меня есть доступ к 1000 любых игр, но лучше я пройду еще раз ту, в которую любил играть в детстве. В итоге, да, если ты в детстве покупаешь крутой диск с игрой, которая тебе очень нравится, она с тобой на всю жизнь остается. Когда 1 сентября стоишь на линейке, тебе кто-то звонит. Слушай, я сейчас в середине большого дерьма. Не в середине, а в самом начале. Когда у тебя 0 киллов и 20 смертей, но ваша команда победила. И ты в чат пишешь «ГГ, изи». И да, друзья, всем привет, меня зовут Алексей Сова, и сегодня у нас новая подборочка игровых мемасиков. Поехали! Система матчмейкинга подбирает тебе в команду самых лютых дегенератов из возможных. Ага, сами сливаются, а потом тебе еще репорты кидают. Наша команда пытается вытащить катку. Тем временем мы с другом на последнем месте в команде. А вы в напарниках. Импланты в играх. Зрение с зумом и икс-рэем, стелс-кожа, прыжки на 3 метра, мега-руки. Импланты в жизни. Мы вам шуруп в челюсть вкрутили, с вас 100к. Похитители возвращают меня после того, как я на протяжении 3 часов рассказывал им лор Dark Souls. А ты пересказал только первую кат-сцену. Я, когда в 10-й раз умер на одном и том же месте, игра решила спросить, не хочу ли я изменить сложность на более низкую. А ты и так на самой низкой. Игровые студии. Русский персонаж, которому нужно придумать имя. Дмитрий или Владимир. Не. Иван! Это ж классика, Иван. Когда хочешь матернуться на тиммейта, но рядом мама. Никто, разработчики игр последние годы. Игра готова, выпускаем. Потом DLC-шками допилим. Я застрял на уровне в игре и не знаю, что мне делать дальше. Прохождение игры школьникам на ютубе. Чик. Добро пожаловать в 2029 год. Half-Life 3 уже вышла? Еще нет, но она в разработке. До свидули. Когда ты находишь час свободного времени, чтобы поиграть, и попадаешь на 40-гигабайтное обновление. Voice-чат существует. Тиммейты с микрофоном за 100. Да и ничего страшного, лишь бы инфу давал полезную, какая разница, какой у тебя микрофон. Разработчики публикуют системные требования игры. Как игра должна работать на рекомендованном железе. Как игра работает на самом деле. 5:30 утра. Я, которому вставать в 8 утра. Еще одну каточку. Кто-то, зачем тебе вообще нужен мощный ПК? Я. Купил бы еще 9 мониторов, тогда крипер убежит со слезами. Друзья, поехали летом на море, что может случиться? Мои флешбеки. О, это же Far Cry 3, офигенная игра, самая лучшая часть Far Cry, как по мне.
И в целом одна из вообще самых лучших игр, в которые я играл. Ну, сюжетных. Геймплей на первую неделю в Dark Souls. Доберитесь до своей могилы. Скорее, на всю игру. Если ты очень голодный, то просто начни рейтинговую игру, и мама моментально позовет тебя кушать. Dark Souls 3. Прошел, чуток затянулось прохождение, но было несложно. Проведено в игре 3396 часов. Когда уже действительно сложно сказать, фото это или скрин из игры? Да вроде фотка или скрин из игры. Да не, фотка. Мама, это животное только ест, играет и спит. Я и моя собака пытаемся понять, о ком она говорит. Геральт, выслушав грустную историю очередного NPC. Поговорим о награде. Когда ты бог войны, но должен делать крюк в километр, чтобы обойти вагонетку. Разработчики игр, когда у них заканчиваются идеи для новых скинов. Золото. Это, по-моему, всегда самая первая идея. Когда нашел подарок на Новый год для знакомого перекупа консолей, который недавно поднялся на майнинге. Тарелка с вашим изображением. Я веду NPC к квест-маркеру. Я веду NPC к квест-маркеру. Я понимаю, что NPC потерялся 1,5 километра назад. В Варкрафте это постоянно жиза. Первое, открыл Steam. Второе, пролистал всю библиотеку вниз. Третье, пролистал всю библиотеку вверх. Четвертое, закрыл Steam. Девушки. Ой, какой милый котик, надо сфоткать. Парни. Все, я понял прикол. Это ж из Postal 2, челик. Жестокий, нехороший, не одобряем. Как вас постричь? Играли в Майнкрафт? Ни слова больше. Нифига, уши тоже подстригли. Когда в игре зазвучала боевая музыка, но ты не видишь никакого врага. Когда зашел в интернет-магазин и видишь новую видеокарту стоимостью больше всего твоего ПК. Когда попросил тиммейтов дропнуть тебе АВП, а потом слился самый первый без единого фрага. Вы доверились мне, а я подвел вас. Купил игру, установил, прочитал все 245 страниц лицензионного соглашения, отказался и вернул игру в магазин. Интересно, за всю историю гейминга хоть один человек так сделал? Когда дети гостей просят поиграть в компьютер. Здравствуй, Виктор Анатольевич, у меня такой вопрос, а в презентацию можно мемы вставить? Нужно. Мемы ДНК души. Когда мой онлайн-друг, который не был в сети уже 5 лет, вдруг заходит в игру. Когда NPC, которого я должен был привести в деревню, с диким криком сам нападает на сильных врагов и дохнет, проваливая мою миссию. Ля ты крыса. За деньги счастье не купишь. Я несчастен. Поиграй в новую игру, сходи куда-то, обнови свой гардероб. Это все стоит денег. Чё охренел? Когда открываешь банку огурцов по просьбе мамы. Ого, какой у тебя комп. Похоже, ты прямо про-геймер. Можно и так сказать. Позднее. Ну, а почему бы и нет, косынка тоже игра так-то. Это чувство, когда заходишь во внутриигровой магазин игры от Ubisoft, а там продается все. Косметика, мясо, Александр, продукты, табак. Разрабы. Игра поддерживает 4К. Я с Моником 2012 года. И видеокартой 2007 года. Когда спросили, как твоя жизнь? Очень тяжело. Когда тебе случайно повезло победить игрока в онлайн-игре, который куда сильнее и круче тебя, и он зовет тебя на реванш? Я. Нет. Пацаны. Девчонки такие эмоциональные. Тоже пацаны слив катку в 2 часа ночи. О, это же кадры из Сопрано. Респект, респект мимо делу. У тебя есть во что катать, ты просто боишься начинать играть во что-то незнакомое. Закрой игру, которую уже 100 раз прошел, и качай что-то из непройденного.
Ладно, ладно, давайте только к этой картинке придумаем прикольную подпись и напишем свои варианты в комментарии под этим видео. И лучшие из ваших комментов попадут в следующий выпуск. Поддерживайте этот ролик лайком, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, и смотрите другие мои видосы. Переходите по ссылочке в описании на наш сайт mimosk.ru, регистрируйтесь и публикуйте свои мемасы. Также залетайте в мой телеграм-канал, в паблик Мимоск ВКонтакте и читайте нашу соленую книгу, которая называется «Привет, мир». Книга в жанре фантастика про искусственный интеллект и доступна во всех книжных магазинах. А впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. С вами, как всегда, был Алексей Сова. Пока-пока.